Вера – это то, что наверняка. Но это слова, это бывает редко, это профессионально. Это опять и опять удивляет. И вдруг это еще и театр. Вот Ирочка и Эдик придумали театр. И это правильно, что сегодня смесь генеральной репетиции со спектаклем. Поэтому они нащупывают лестницу так же хрупко, как звучит сердце в стихах у Веры. Это было очень красиво. И вот если они будут в наглую ступать по этим ступенькам, ступеньки им помешают. Поэтому, я думаю, спектакль обречен на прекрасную жизнь, на прекрасный успех. И хрупкостью, и экспрессией, и загадочностью, и профессионализмом, и яркостью. Я тебя, Вера, поздравляю с успехов, а меня по-прежнему зовут Веня Смехов. Ура!